Я приветствую вас, друзья, с вами Лиар. Мы снова играем в Легион ТД. Снова играем в Warcraft. Так, там драконы. Прочая хрень. Давайте моих. Поиграем через этих ребят. Мудрые слова твои. Я не хочу играть через деревья и мид. Мне лень. Собратьев моих. Рассказывай. Поиграем через Пиро. Ну, началось. Мудрые слова твои. Что прикажете? Дайте цель. Проси, о чем хочешь. Постройка завершена. Что прикажете? Знаете, зачем я этого поставил? Дайте цель. На всякий пожарный. Так, этот послал Хермита. Куда стрелять? Хотя я могу его продать. Я готов. Висп Блу. Проси, о чем хочешь. Я готов. Он помогает ему играть. Я его продал, потому что у меня появилась другая идея. 178. Я хочу поставить ее. Охрененно. Красный пропустил. Блин, у него орки. Он поставил орков, и он пропустил при этом. А, он поставил 4 виспов. Это специально для того, чтобы накопить побольше. Укажи путь. Окей, все понятно. Так, у противников тоже вот орки. Зачем-то поставил вармашин. Вармашин. Офигеть. Проси, о чем хочешь. Рассказывай. Я могу поставить ее. Могу вообще ничего не ставить. Могу поставить вот этого. Я готов. Укажи путь. Да ладно, давайте. Началось. Мудрые слова твои. Готово. Да, сэр. Ну, на него мне не хватит. Я готов. Поэтому мы сделаем вот этого. Ну, началось. Вот теперь как бы висп. Блин, стоит ли делать виспа? Укажи путь. Не стоит. Сначала у меня был план поставить ее. Теперь я не знаю. Так, появилась ящерица. Теперь я хочу сделать еще одного пиру. А как так они проигрывают-то? На первых уровнях. Синий вышел из игры, он такой, ну нафиг. Давайте медведя кинем. Синий у нас ливер, долг. О, как много. Рассказывай. Нифига он накидал.
239. Куда я стрелять? Могу кинуть его. Что прикажете? Могу сделать улучшенного этого. Что прикажете? Так, ну, обязательно надо его сделать. Я готов. Остается 60. На 60 можно... Постройка завершена. Чего? Укажи путь. Теперь уже как бы можно виспа. Рассказывай. Собратьев моих. Мудрые слова твои. Которых мы потом улучшим. Блин, я не знаю, нахрена он их кидает. Ибо все это очень странно. Я готов. За братьев моих. И этот вышел из игры. Молодец. Команда ливеров. Ничего, мы затащим. Давайте, я как раз хотел весь поп. Висп. Don't forget. Блин, этот чувак... Это пишет мне, да? Вот этот вот чувак, который протекает, пишет мне сейчас. Ну ладно, они хотя бы... Тоже протекают. Мы вдвоем против этих четырех. Вот это, конечно, игра, да. Но у них больше шансов победить будет. Потому что, мне кажется, мой союзник полный нуб. Не факт, конечно. Проси, о чем хочешь. Что он полный нуб. Что прикажете? Но его и нормальным не назовешь. Я готов. Мне нужно вот это дерево. Я красил. Тускара сделаем. Постройка завершена. Куда пойдем? Проси, о чем хочешь. И потом постараемся это дерево поставить. Ну ни хрена себе, у него тупо вот эти вот орки. Он ни одного даже не улучшил. Он... У тебя должно быть... 5-0 to level 5, ага. К пятому уровню у тебя должно быть 5. Я готов. Мне кажется, этот пацан что-то знает. Этот пацан что-то знает. То, чего не знаю я. Мудрые слова твои. Готово. Рассказывай. Прикол в том, что у него есть ледяной тролль, вот этот вот тролль. Сейчас у него 220, он кого строит? Он орков делает.
как бы такие вот дела. Так, мне сейчас по-любому надо поставить зевсов. А, они протекают. Совершено. В общем, кто-то у них там получает магического урона. Очень много. Чего? Сейчас големчик. Я пойду. Готов. Зачем он мне это пишет? Кто-нибудь может сказать, зачем он мне что прикажете? Рассказывай. Куда пойдем? Постройка завершена. У него вот тупо орки. Ну блин, он бы все-таки поставил хотя бы одну ауру. Ферма. Скорее всего, они сейчас... О, у него всего-то три орка остается. Постройка и это завершена. Только големы. А если сатиров кинут? Проси, вообще ж ничего не останется. Чем хочешь. Надо Херлот, наверное, тут поставить. Братьев моих. Готово. Он еще строит так вот треугольничком. Типа как профессионал. Рассказывай. Нам тут понакидали виверн. Сейчас протечем. Так, ну я не протек. Они там уже. Так, он эти кидает. Окей. Офигеть! Что с противниками-то? Как они быстро теряют хп. Так, мне нужен висп. Атака 7. Я не хочу сейчас еще кого-то кидать. Не стесняйся. Мог бы, но не хочу. Проси, о чем хочешь. Я лучше построю еще одно дерево. Слова твои за братьев моих.
Готово. Так, и еще веспа. Апламбер. Думаю, рассказывай. Мне потом надо будет улучшить его. И что-то на урон. Хочешь. На урон против босса. Вот этого хотя бы одного сделать. Апламбер, апламбер. За войсками-то тоже надо следить. Так, у них там 28. Двое отбилось. У них куча этих, которые исцеляют. Лохом. Но не вейте, качаю. Мы-то его не качаем. Укажи путь. 290. Такс. Нам сейчас... Надо. Проси, о чем хочешь. Мудрые слова твои. Надо сделать зигзаг. Обязательно. Готово. Ламбермен. Постройка завершена. Постройка завершена. Укажите цель. Ламбер потом. Здравия желаю. Ну уже, зайчик. Рассказывай. Левел 9-й-то изи, а вот 10-й. Сейчас будет смешно, если он на этом 9-м левеле, который изи, он проиграет. Исследование завершено. Левел 9-й изи. Послал кучу этих динозавров. Я вот не знаю, правильно ли мы делаем то, что кидаем динозавров. Это странно. Все немного странно. У меня есть 200. Куда мне их потратить? Я готов. Я не кусаюсь. Вот сюда. Постройка завершена. Я готов. Так, а они ничего практически не кинули. Проси, о чем хочешь. Ну я лишь одно дерево купил. Но я говорю, можно было не кидать.
нам проще было бы прокачивать. Вот прокачивать нашего короля Ламбера. Он так и будет сейчас писать. Исследование завершено. Чего? У нас две черепахи, куча орков. У них дирижабли. Дирижабли тоже орки. Исследование завершено. Но они нас выиграют. Потому что у них орки, видели, кританули по черепахе очень мощно. Они нас выиграли, это плохо. Я готов. У них и так, по сути, преимущество, а тут еще так. Эх-эх-эх. Кого убить? Ну что ж, приказывайте. Ну уже, зайчик. Проси, о чем хочешь. Так, что нам сделать, чтобы противник нас не уничтожил? Мы можем построить целую стенку из вот этих вот. Укажите цель. Стена зевцов. Так вот, треугольничком как-то построить ее. И он сейчас вот кинга обойдет. Кинг ап кинг. Исследование завершено. Так, 300 у меня. Я готов. Сейчас пойдут сирены. Сиренами плохо. Мне еще вот это надо сделать. Рассказывай. Постройка завершена. Я вообще, кстати, могу сделать так. Исследование завершено. Забавно. Ну, началось. Сделаем гризли. Готово. Я готов. По одному вот этому надо еще поставить. И можно кучу некромантов сделать. Так, этот уже протекает. Союзник-то мой. А я вот не протекаю. Ну, правильно, одними орками не вытащишь. Нужен кто-то танкующий, а орки-то это не танки, это дамагеры. Чё, апгрейдит? Ему нужны деньги, конечно. Вот. 500. Давайте вот этого сделаем. Сейчас куатли полетят. Рассказывай. Постройка завершена. И ставим уже некромантов.
слова твои. Готово. У него несколько аур. Прекрасно. Так, мертвые мне нужна вот эта ждут. Аура. Во-первых. Укажи путь. Стан. Гризли. Рассказывай. Просто дофига этих. Пипец как много. Укажи так, вот, 400. Путь. Ну, началось. Так, вот этого сделаем. Какова воля тени? Давайте её по призракам. Готово. Постройка завершена. Где враги? И вот это надо будет. И они кидают тут баллисты свои. Ох. Постройка завершена. Сейчас нам все это понадобится. КП. Не хватает дерева. Ну, наших 30. Но у них тут дофига просто. Дофига баллист. Лайф. Я знаю, что лайф. Так мы хотя бы с двух ударов будем убивать. Бей баллисты. Ой. Он не знает, что такое shift, ё-моё. Блин, вот если бы он не отвлекался на эти перекручивания... Все было бы намного проще. Так, сейчас пойдут кентавры. Я готов. Ну что? Ап 7-7. К 20-му левелу. А мы к 20-му-то не доживем. Давай вот этого сделаем. Короче, у нас будет два разных дерева. Постройка завершена. Пускай. Укажи путь. Я размышлял. Потому что надо какой-то дамаг-то наносить. Пускай одно лечит, другое калечит, как говорится. Исследование завершено.
Так, ну что там улучшение делает? Я готов. Сейчас пойду с саламандрой. Укажи путь. Исследование завершено. Слова твои. Готово. Уже лечу. Готово. Короче, саламандры сначала проатакуют вот этого мишку. Так, мне кажется, я тут не выдержу. У саламандр очень большой урон. Хотя нет, не получается. У них он тоже проходит. Рассказывай. Хотя у них там и драконы, и эти. Так, у нас 600. Мы можем понаставить кучу всяких там слабеньких. Прикажете открыть огонь? Я враги. Мертвые постройка ждут. Постройка завершена. Я готов. Постройка завершена. Ну, началось. Давайте мишек ставить. Готово. Вот видите, тоже оставит этих тускарцев. Они, короче, хотят на 20-й. Так, у них 32 прошло, офигеть. Исследование завершено. Так, ну у меня 7-8. У них 3. 3. Так мало. Они не апают своего короля. Вот в чем прикол. Они копят. Рассказывай. Проси. Мертвые служат тебе. Постройка завершена. Так, вот этих вот улучшаем.
Постройка завершена. Скилл и ролл. Я как бы тоже могу, но не буду. Мне вот этих вот сейчас хватает. О, у него два вот этих вот. Это мощно. Ну, блин, зачем ты его продал? Реально, нафига он его продал? Довольно мощный был. Так, у него вот эти появились и шаманы. Это очень быстро погибает. Надо еще здесь поставить. Блин, наших окружают очень быстро. Надо, короче, справа медведей ставить. Побольше медведей. Что нужно? Так, я, конечно, ПР магика так. Нет у меня магика так. Ну что? Постройте ферму. У меня полный ноль. Рерол. Нет. Постройте ферму. Постройка завершена. Мудрые слова твои. Я вот сейчас как бы могу сделать рерол. Исследование завершено. О. Готово. Ну, началось. Готово. Раньше времени-то рерол делать не надо. Ну и кого он захочет кидать? Мне интересно. Шаманов кидаем. Еще кракен. Давай, кракен. Я так-то этого хотел. Можно бегемота. Взываю к силам ветра, земли и огня. Взываю к силам ветра, земли и огня. Постройка завершена. Что нужно? Укажи путь. Постройка завершена. Рассказывай. Так, кого еще за соточку-то можно? Мудрые слова твои. Готово. О, тут куча демонов. Я тут никого не убил. 14 на 13. Ну, это для нас полная ГГ.
Хотя у них осталось... Да ладно, мы выигрываем. Лол. Лол, пацаны, мы выиграли. Просто лол. Песос. Мы выиграли. 2-4, вот это лол полный. Не, я же говорю, не зря я ставил этих медведей. Нормально они так потанковали, и деревья, и медведи. Ладно, окей, сейчас еще раз сыграем. Надеюсь, сейчас никто ливать не будет. Сейчас будем играть по-честному, 4-4. Так, у меня лучницы, драконы. Я не хочу делать лучниц. Началось. Опять же, напоминаю, почему. Уже лечу. Я их ненавижу. Готово. Тут медведь. Медведь и лекарь. Два некроманта. И друид. И гоблины. Ну, а у меня просто дракон. Проси, о чем хочешь. Я, конечно, мог бы. Зачем? Укажи путь. Это нечто странное. Так, я, наверное, знаете, кого поставлю? Я поставлю... Блин, кого мне ставить-то? Такой отважный этот бежит. Так, у них Океанусы. Я могу как бы райдера сделать, но не думаю, что надо. Вот этого могу. Я думаю, мне скорее нужен некромант. Ну, началось. И потом мне понадобится висп. Готово. Так, сейчас можно сделать виспа. Этот с легкостью затащит. Этот как бы тоже. А вот розовый не сможет, потому что тут фермит. Потому что тут этот лекарь. Не получилось у него затащить, потому что у него нет танкующего юнита. Он к двум некромантам добавил лишь только лучницу. А некроманту
как бы нужен кто-то танкующий. Он бы лучше поставил его, вот эту вот пушечку перед некромантами. Так, давайте-ка я тоже кину медведя. Укажи. У меня сотка. Что я могу купить себе на сотку? На сотку я ни хрена не могу себе купить. Какова воля тени? Рассказывай. Могу только лучницу, которая мне не нужна. Ну, либо райдера. Который будет танковать. Есть кольт. Но кольт мне вообще не нужен. За братьев райдера. Моих. Просто если я сейчас никого не поставлю, готово, то я протеку. Блин, он реально решил этими гномами тащить. Но я-то сейчас затащу, потому что у меня дракончик. А вот затащит ли он? Тут и верно еще. Дракончик просто дыхнет, они все умрут. Не, не получается. У него нет танкующего юнита, напоминаю. Ему он нужен. Ему надо репик сделать. Либо кучу некромантов ставить, либо репик. Так, вот прошли наши фурболги. Но это все несерьезно. Фурболги с этим не справятся. Проси, о чем хочешь. Жду приказаний. Только скажи. Рассказывай. Мне нужно сейчас накопить на этого дракона 340. Смогу ли я на него сейчас накопить? Укажи путь. По сути, смогу. Для этого мне что нужно? Говори, вождь. Мертвые служат. Рассказывай. Для этого мне я нужно готов. Просто сейчас ничего не это, не покупать. Проси, о чем хочешь. Да, давайте-ка пропустим одну волну. Ну, я думаю, я тут затащу. Не то чтобы я затащу, но большую эту часть я убью. И денежек накоплю. И даже если я не куплю себе дракона сильного, я вот 300. Нет, все-таки я смогу его поставить. Вот. Постройка завершена. Все, у нас дракончик. И благодаря этому дракончику. Вот видите, он пошел по такому пути, он хочет кучу некромантов сделать. Только мне кажется, блин, этот вообще ставит кучу этих. Только мне кажется, это немного неправильно, нужен все-таки кто-то танкующий, вот, спереди. Вот как у него, например. Сейчас-то вообще будет мясо. Полетели, значит, эти хавки, орлы. И тут на тебе, дракон пуляет по ним. И все, нету их. Так, а тут что? Тут некроманты умирают. Хотя нет, он справляется. Хотя бы тут. Зато и этот не может. Вот. Ему тяжело, потому что у него юниты. О, и этот еще проигрывает. Ну, в общем, у них как бы юниты
с тяжелой броней, а тяжелая броня, напоминаю, огребает от магической атаки. Зато у меня дракон. Сейчас кучу денежек собираем. Я готов. Я, по сути, могу сделать репик. Исследование завершено. Киборг. Ягдрасил. Так, я могу поставить его. Ну, началось. И давайте еще виспа. Готово. Проси, о чем хочешь. Да нахрена они отправляют-то? На шестой-то волне. Я, блин, они скорее всего моего дракона убьют. Это синий дракон, это не красный дракон. У него магическая атака, у них это. Блин, немного я перепутал. Окей, я тоже совершаю ошибку. Ну ладно, ничего страшного. 280 все равно. Вот если бы это был красный дракон, то он бы их всех уничтожил. Потому что у красного дракона атака обычная. А обычная атака 80% наносит. Чуть побольше. Проси, о чем хочешь. Я готов. Так, и вот Ягдрасил. Хотя я могу киборга сделать. 150. Проси, о чем хочешь. За братьев моих. Мертвые ждут. Готово. Вот это вот красный дракон, я имею в виду его. Проблема Кью. Сейчас, наверное, ливнет. Нет, все окей. Нифига себе, урон они там наносят. Что-то наши все пропустили, кроме меня. Да, ребята, вы давайте апайте, короля-то. Ну ладно, хотя бы они хп нам не сняли. Вот что хорошо.
Так, 260. Рассказывай. Мы можем это сделать. Довольно полезная вещица. Да, давайте сейчас просто улучшение. Просто постройка улучшение. Завершена. Он неплохо так стреляет по нескольким. На начальных уровнях довольно полезен. Вот ему бы поставить этого лечащего. А ему бы эту оборону завершено. Посильнее. То есть ее бы воткнуть или его бы. Блин. У этого так и нету никого сильного. Никого рукопашного. Завершена. Они, заметьте, тоже протекают. Но у них тут дофига этих. Все, скелеты появились. Сейчас он сдержит эту волну. Так, 300. Укажи путь. Мертвые служат тебе. Мы можем его сделать. Проси, о чем хочешь. Он довольно тоже полезен. Только скажи. Укажи путь. Можно дождаться до вот этого дерева. Рассказывай. Так, тут еще дракончик к нам прилетал. Сейчас у нас будет дерево, которое будет наносить урон. Хорошо. Давайте еще виспа. Укажи так, путь. Вот дерево с уроном. И кого еще-то постройка поставить? Завершена. Я, конечно, могу еще одного этого смотрителя. Рассказывай. Но потом он будет вообще незначительный. Так что я не думаю, что он мне понадобится. Укажи путь. Мне нужны вот эти деревья. Куча вот этих вот деревьев. Проси, думаю, это будет более правильно. Укажи путь. Они тоже практически никого не кинули. Не знаю, зачем мне тут кинули это.
у этого главное 3-1. 3-1, ё-моё. Вот к 10-й волне 3-1 тогда уже мало. Исследование завершено. Рассказывай. Нет, он просто этих улучшает. Блин, вот зря. Ура, наконец-то он его поставил. Наконец-то он поставил Варчифа. Ну, эти улучшенные тут. Прям Зевсы, океаны. Исследование завершено. Получилось как-то. 3 хп. Что нужно? Итак. Мертвые ждут. Что мы сейчас будем строить? Я как бы пока что хочу строить только деревья, значит... Исследование завершено. Значит, мне нужны как бы еще стреляющие. Можно сделать хотя бы один дирижабль. Наконец-то оранжевый стал. Улучшать дерево. Вот ему, блин, он поставил ее зачем-то здесь... Я хотел сказать, ему нужна она, но он ее реально поставил, но тут почему-то в конце. Я готов. Ну, началось. Какова воля тени? Так, сирены. Проси, о чем хочешь. Уже лечу. Вот этот дирижабль сейчас делаем. Готово. Ну, началось. Мертвые ждут. Ладно, у него хотя бы мутанты есть. Охренеть, у него как много некромантов. Хорошее сочетание вот эти вот драконы и
деревья. Опять он лагает. Интересно, как долго он еще лагать будет. Ой, я тут не затащил. Ну, пофигу. Вообще пофигу. Стройка завершена. Так, хорошо. Куатки. Только скажи. Сейчас нам как бы надо вот это сделать. Это дерево. Мертвые. Но не хватает тебе. Значит, делаем его, да? Можем, конечно, сделать этот левиафан с огромным дымогом. Чего? Ладно, давайте делаем левиафан. Постройка завершена. Так, у него есть трау, наконец-то. Вся проблема в том, что у него трау очень близко к его стреляющим юнитам. И они могут на стреляющих юнитах напасть. Вместе с траум. Так, хорошо. Неплохо мы таких. Так, здесь пролетели. Не, у них, кстати, пролетели. А у них король-то не апнутый. Вот они его сейчас стали апнуть. 30 мобов пролетело. Они, кстати, сейчас могут лишиться ХП. Исследование завершено. Мы даже никого не кидали, а они ХП лишились. Хотя нет, они сейчас кинут еще одну волну. И все. Ну вот, минус ХП. Но дракон тащит. Тащит и затаскивает. 450. Мэдкстома Вариорс. Я готов. Можно поставить здесь этого. Уже лечу. Мертвые ждут. Готово. Киборг. Там Крагот. Проси. Эй, давай я служу тебе. Этого наконец-то сделаем. Этого нам не надо, он так на пару ударов. Постройка завершена. Так, он комоды еще решил сделать. Вот. Красный дракон. Я тут, кстати, могу купить. Надо одно дерево с этой стороны поставить. Чтобы я не пропал. Поставить одно дерево здесь, чтобы часть вражеских юнитов била его. Другая часть наших.
Зря они, конечно, волну кинули. Просто так ману потратили. Мана в никуда. 17. Укажи путь. 380. Собратьев моих. Мудрые слова твои. Ну, началось. 7-2-7-3-7-7. Как-то мало. Так, я не знаю, зачем он ставит их спереди. Это плохо. Сейчас вот этих двоих надо улучшить. Третий так спокойнее, они нас хотя бы не окружают. Блин, дерево сел. Он все равно протекает, у него как бы 7-2, но он протекает. А, он вообще вышел из игры. Такой, ну нахрен. Такой, к черту эту игру. Такой, я уже протекаю, все. Постройка завершена. Интересно, а он 18-ю выдержит? Мне почему-то кажется, что нет. Я вот тоже не знаю, выдержу ли я. Но если я вот этих двух улучшу, точнее, если я улучшу это дерево, то, скорее всего, выдержу. Но надо будет потом еще за союзниками отбивать ведь. Ладно, погнали, демоны. Взываю к силам ветра, земли и огня. Взываю к силам ветра, земли и огня. Так, у них 15 прошло. У них кто-то протекает от магического урона. Значит, кидаем варлоков. Рассказывай. Постройка завершена. Так, я, конечно, могу еще одно дерево поставить. Могу вот этого улучшить. Я готов. Давайте его улучшим. Постройка завершена. Эй, у нас... Рассказывай. 70. Что можно на 70 приобрести этого огра?
Мудрые слова твои. Ну, началось. Готово. А что-то они ничего не кинули. А, они на 20-ю кинули. Га, у них там 60 мобов. Все-таки прошло. Ну это ГГ. Бронька еще. Их тут очень много. Половину они уничтожили. Половину хп снега. Эй, последнее хп осталось. Как бы нас меньше, но мы все равно побеждаем. Нас было трое, их четверо. Вот если бы они кинули кого-нибудь, то мы бы проиграли. Но я не знаю, они почему-то захотели на 20-й кидать. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Лиар. Всем до встречи, всем пока. Ставьте лайки, если вы любите LTD и Warcraft.